приветствую вас, господа винокуры. Все мы прекрасно знаем, как важно контролировать температуру воды на выходе из дефлегматора. Температура воды на выходе из дефлегматора – единственный информационный, так сказать, канал, который показывает нам примерную температуру флегмы. А температуру флегмы мы должны поддерживать в диапазоне не меньше 35 градусов. Кто-то ставит 40, кто-то 45, кто-то 50, 60 и даже 65. На вкус и цвет, как говорится, фломастеры разные. Так или иначе, нам важно контролировать эту температуру. И, по сути, выходит мы из этой ситуации достаточно просто. Кто-то делает отверстие в шланге и через силиконовые прокладочки ставит термометр. Кто-то просто шланг помещает в какой-то сосуд и в нем измеряет температуру. Мы создали для вас вот такой вот тройничок с ниппелем для термометра. Сейчас я покажу его вам крупным планом, но прежде хотел бы показать функционал. Тройничок выполнен из нержавеющей стали, имеет два быстросъема. Под шланг 10 мм, это наш стандартный шланг, в который мы подключаем шланг в непосредственной близости от дефлегматора. Сам же тройничок имеет ниппель для термометра, зажав который мы можем поместить сюда как термометр, так и датчик автоматики. Давайте посмотрим на все это чудо инженерной мысли вблизи. Сам по себе девайс достаточно простой, состоит из двух быстросъемов. Это стандартные быстросъемы с наружной резьбой 1/4 дюйма, а тройничок имеет внутреннюю резьбу 1/4 дюйма. Быстросъемы можно заменить на ваши под ваш размер шланга. Также здесь мы имеем ниппель с диаметром отверстия 6 мм и силиконовой прокладкой, что позволяет нам поставить вот такой вот термометр для контроля воды и также совершенно спокойно позволяет поставить щуп автоматики. Для фиксации просто зажимаем ниппелечек. Быстросъемы имеют напыление, вот белая такая история, это не старая фумка, это напыление для уплотнения, но все же я бы мотнул бы сюда как минимум по два моточка фумки. Все, прибор собран, может контролировать температуру воды, и нам осталось подсоединить шланги. В заключении скажу, что данное устройство можно приобрести в интернет-магазине Craft Store, ссылку на который вы найдете в описании ролика. А Craft Store – это самый большой в Украине интернет-супермаркет товаров для домашнего крафта. У нас вы можете приобрести абсолютно все, самый большой ассортимент для вашего любимого хобби. Это огромное количество ингредиентов, готовых наборов для настоек, различные дрожжи, добавки, очистители, пеногасители и многое другое. Оборудование из нержавеющей стали, а также медное оборудование, начиная от простейших сухопарников и заканчивая 4-дюймовыми ректификационными колоннами. Огромное количество шланжиков, фитингов, ниппелей и переходничков. И все это в одном интернет-магазине. Да, скажете вы это можете приобрести в нескольких интернет-магазинах, но тогда вам придется платить за несколько доставок. А мы в одном интернет-магазине Craft Store собрали для вас самый большой ассортимент, и вы заплатите только за одну доставку. Друзья, ссылочка на этот замечательный девайс в описании ролика, ссылка на интернет-магазин также в описании ролика, и оставайтесь с нами, подпишитесь на канал, поставьте лайк и нажмите на колокольчик. Спасибо большое за внимание, всего доброго, пока!